которые сейчас на Уралвагонзаводе там бастуют. К ним они придут и будут тоже говорить. Нам тут вот сказали, что надо Путина любить. Российские студенты в обращении к генсеку ООН потребовали судить Обаму за бомбардировки Сирии и Ирака. Да, ну а что же, еще они потребовали, чтобы его, я так понимаю, за Югославию судили, да, знаешь, причем эти студенты, которые в Саратове выступали, они рядом с экономом, но они один из них не учится, говорят, в экономе, пробили, вот вопрос к студентам, я не против того, чтобы вы судили Обаму там вместе с генсеком ООН, это, конечно, очень смешно, и даже не против, чтобы вы судили его за Югославию, к которой он, конечно, никакого отношения не имеет. Но вопрос такой, вот касаемо Ливии, а не надо ли судить того, кто отключил систему ПВО в Ливии, когда Ливию бомбили? А знаете, кто ее отключил? Вся система ПВО была российская, отключил ее Вова. Может быть, Вову там рядом вы как-то посадите на скамью подсудимых, а? То что-то один Обама виноват, да? Но если бы работала система ПВО, ну, наверное, никто бы не прилетел бомбить. Муаммара Каддафи, кому бы это надо было, он бы всех пошивал, но она не работала. Парадокс. Ну, сейчас это Хиллари Клинтон может в Белый дом прийти, ее можно за Югославию подтянуть, потому что они там с мужем. Ну да, с мужем была, да, за мужа. Поклонская вручила руководству Меджлиса крымских татар предписание.